Выбор Еревана оставаться в составе ОТКБ или покинуть организацию будет суверенным решением этого независимого государства. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангалитас Магомбетов в интервью «Известиям». Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют. Работа по повестке организации продолжается, заявил Тасмагомбетов. Комментируя возможность конфронтации Армении с ОДКБ на фоне заявления руководства страны о желании выйти из организации и сблизиться с НАТО, Тасмагомбетов назвал такой сценарий не более чем гипотетическим. Другой вопрос, как нынешнее руководство Армении оценивает те угрозы и риски национальной безопасности, с которыми сталкивается страна, сказал он, добавив, что аналитики секретариата организации указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОТКБ может измениться. Однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действия которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать.